У меня размножились голубые гусеницы. Сегодня я увидел яйца и решил их собрать в кучку. Приклеил их на скотч и увидел вот таких вот маленьких личинок. Это реально не глисты, ребят. Посмотрите, сколько их много. Это все отложила только одна бабочка. Вылупляются они просто микроскопического размера, а вот этим гусеницам уже несколько дней. Их тоже много. Такими они становятся через неделю. Ну что, попробуем вырастить бабочку?